Всем привет! Давно не делала обзоры ни на какие игрушки. Ну тут вот недавно, вчера приобрела ребенку такой маленький наборчик Play-Doh. И решила показать его. Кстати, полазили мы по Ютубу и что-то не нашли вот именно такой. Ну, может быть, потому что он маловатый. Ну, тем не менее, я вам его покажу. Мало ли кому будет интересно. Значит, такая вот коробочка. Стоит он что-то около 600 рублей. Так, что тут? Лягушку вон можно делать. Где-то еще я видела. Здесь показано, как делать, как эту улитку. Ну, вот как-то так. Еще мы ничего не пробовали делать. Вчера ребенок, правда, у меня уже сам помастерил кое-что. Сегодня мы будем с ним уже делать лягуху. Так, значит, в наборе вот такой вот большой пресс. Такой он достаточно большой. Вот смотрите, моя рука с руку, с ладошку. Так, здесь лежит у нас ножичек. Здесь в прессе вот такие вот тоже можно делать разные фигурки. Бабочка, колобок и машинка. Так, значит, ножичек. Два пластилина. Два цвета. Единственное, немного удивилась. Здесь на коробке нарисован такой желтый. Ну, в принципе, здесь оранжевый. Оранжевый и голубой. Еще мы его не использовали. У нас много других просто отдельных пластилинчиков таких, поэтому вчера мы решили оставить и вместе уже попробовать. Так, сколько грамм? Большие коробочки, не маленькие. К сожалению, не знаю. Не знаю, где тут найти. Сколько здесь грамм? Ну ладно. Так, и здесь еще две вот такие вот насадочки. На пресс. Давайте я вам сразу и покажу. Значит, здесь вот есть пазы, и сюда вот так вот, вот просто. Ребенок очень легко вставляет. Это у меня он уже пластилином подзабил маленько. Поэтому не вставить, а он там засох. Сейчас, минуточку, вот так. Вчера игрался один игры. Так, так вот это все дело делается. Не буду сейчас использовать именно от этого набора пластилин, потому что есть у меня здесь три шарика, я взяла с другого. Ну, давайте сразу и покажу. Значит, сюда. Здесь есть отверстие. Мы туда вставляем кусочек пластилина. Немножко можно туда его подмять для быстроты. И нажимаем. Получается такая вот колбаска. Вчера он у меня делал колбаски. Можно делать двухцветную, то есть если вы соедините, допустим, два кусочка пластилина, да, давайте. Как-то вот так. Мы сделаем два шарика. Просто вот по-простому соединим. Также поместим, сейчас надо маленько поддавить, чтобы все синее вышло. Так, ну понятно, да, что сейчас начнет немного синего там также вылезать. Вот, туда мы ставили. Ну вот, много, конечно. Ну вот что-то вот так вот, там вот так вы видите. Здесь получилось вот так. Половина синего. Ну, красиво.
Можно чего соорудить и что придумать из этого, правда? Так, давайте покажу, что у нас будет делать вторая насадочка. Конечно, да, после использования лучше все это дело вычищать. Вот у меня, я вчера уходила на работу, ребенок тут сам занимался. Конечно же, он ничего не вычистил. Пластилин засыхает, и потом ему самому же будет сложно вставлять вот эти вот насадки в пазы в эти. Так, вот такая насадочка. Так, что мы туда попробуем? Ну, давайте же этот сделаем хороший шарик. Оп. Ну, сейчас он у нас будет разноцветный. Разный. Вообще, дети, конечно, любят Play-Doh, да? Согласитесь, это тренд, это вообще. Так-с. Вот такая колбасятина. Веерная какая-то. Как ежик. Это уже не раздваивается, это целое. Вылезает из пресса. Вот, мы отдыхали очень долго, более месяца. И потом пошли в сад со слезами, день-два. И вот теперь под такими только уговорами, что мы потом пойдем, купим пластилинчик тебе. Вот приходится после садика ходить по детским магазинам и покупать вот разнообразные игрушки. Так мы и начинали в сад. Так, дальше здесь давайте попробуем сделать листик, да? То есть вот мы продвигаем дальше, и нужно вот в эти два пазика, чтобы ровный был листик, ну, чтобы вот именно он был посерединке. Возьмем немного зеленого. Опять же скатаем шарик. Все как обычно. Пресс. Такой вот листик получился. Подрезаем ножичком. Не очень получился. Давайте побольше сделаем. Вот теперь получился. Ну, опять же, я разрезала, получилось, что попало. Короче, вот такой вот листик. Так, дальше тут еще есть звездочка. Попробуем сделать звездочку. Вот вам звездочка вот такая вот. То есть очень замечательная игрушка, мне понравилась. Много насадок, вернее две насадки, но в ней много вот таких вот разных отверстий, скажем так. Здесь давайте еще здесь покажу, а то не все показала. Так, надо побольше туда пластилинчика. Сделаем, наверное, мы макароны какие-нибудь, спагетти сейчас полезут. Вау! Круто! Да, только надо другим было цветом, что-то я не додумалась. Вот если бы я сделала вот таким желтым, точно были бы спагетти. Такие вот макарошки. И еще если побольше запихать пластилин туда, то они вообще будут длинненькие. Прикольно, да? Так, ну какой еще, что ли, попробовать? Давайте вот такой сейчас. Последний. Не буду вас утомлять. Сейчас посмотрим, что выйдет. Такие пласты. Пресс достаточно сильный. Ну, ребенок у меня 3,5 года прекрасно справляется, ничего. Вот такие вот. Классный. Очень классный пресс. Просто великолепный. Не знаю, что из этого можно сделать, но что-то можно, это точно. Опять потом привыкнет и будет все нормально. Давайте попробуем сделать колобка. Чтобы сделать колобка, надо маленький кусочек
принципе, конечно, можно и любой. Скатаем шарик. Колобок у нас будет желтенький, такой поджаристый, хороший. Можно немного расплющить. Так, 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 так. Так, подденем ножичком. Немножечко. Такой вот. Такой отличный колобок у меня получился с моськой. С веселой мордочкой. Колобку можно сделать челочку. Так, для веселья. Колобок. Что еще сделаем? Бабочку. Давайте попробуем бабочку. Также берем кусочек пластилина, разминаем в ручках до однородной консистенции. Бабочка у нас побольше. Можно сделать далее такой блинчик, расплющить. И потом уже распределять именно непосредственно, ну, по самим выемкам. Можно это оставить, и тогда она подзасохнет и будет уже готовая бабочка. Так. Ну, я думаю, что все. Подцепим ножичком. Это сложнее. Так. Вот такая вот отличная бабочка получилась. Кстати, на коробке тоже нарисована бабочка, где-то я видела. Ну, а дальше уже как позволит фантазия. Можно украшать... Можно скатать вот такие малюсенькие-малюсенькие шарики. Прилепить их вот сюда. Взять синие, да, шарики. Также два малюсеньких шарика можно еще сделать синеньких. Угу, вот так вот. Вот получились мы тут за несколько минут. Мы сделали колобка, бабочку. Показала я вам, как работает этот большой пресс. То есть наборчик вроде небольшой, не особо дорогой. Но, проявив фантазию, можно, конечно, здесь очень много всего сделать. И колбасу, и сосиски. У нас есть набор еще. Тоже где-то был обзор кулинария там. Тоже можно всякие... крема навертывать вот такой штукой. Ну, то есть я говорю, фантазия здесь безгранична. Все, девочки, всем всего хорошего. Покупайте такие замечательные игрушки для творчества своим детям. Всем удачи, пока-пока.